Я слышал, что если правильно раскрасить наших героев, они с нами заговорят. Что ж, давайте начнем. Привет, Кузя, я Лунтик. Лунтик, что с тобой случилось? Меня укусил комар-вампир. Помоги мне, Кузя. Ну чем я тебе помогу, Лунтик? Сходи к бабе Капе, у нее наверняка есть лекарство. Хорошо, Лунтик, сейчас принесу. Ну вот, Лунтик, я принес тебе. Это специальная чесночная настойка с медом от дяди Шера и бабы Капы. Хорошо, Кузечка, дай мне чуть-чуть. Пиу! Спасибо тебе, Кузя, ты настоящий друг.